самоценность и чувство недостаточности играют центральную роль в формировании контрзависимости. Мужчина с низкой самооценкой и чувством недостаточности часто опасается близости, поскольку он подсознательно боится, что если его партнерша узнает его истинное «я», то она испытает разочарование и отвергнет его. Этот страх может приводить к тому, что такие мужчины подсознательно отдаляются от близости, чтобы избежать возможного отвержения и боли.